из Синьцзяногорского автономного района в Европу отправился тысячный грузовой поезд. Юбилейным стал состав, загруженный томатной пастой местного производства. Ожидается, что до итальянского Неаполя груз дойдет за 25 дней. При этом поезд преодолеет 10 500 километров. Напомним, на сегодняшний день в СУАР действуют 19 маршрутов, которые связывают регион с 17 странами Центральной Азии и Европы. Сухопутный логистический порт обрабатывает по 3 железнодорожных состава в день.